Из-за парты на завод первоуральским школьникам раскрыли секреты металлургической кухни, где есть и гигантская печь, и специальный охладительный стол. Что больше всего впечатлило подростков, расскажем в сюжете. Как здесь все устроено, гостям сначала показывают на схеме. Экскурсию для учеников 10-й школы ведет ее выпускник, сотрудник Первоуральского новотрубного завода ТМК Сергей Чертищев. Правильный стан правит трубы, трубоотрезной станок режет трубы согласно заказу, торцовочный торцует передний и задний конец трубы. И стол контроля качества нужен для того, чтобы девушки проверили геометрию трубы, марку стали, наличие внутренних и наружных дефектов. Школьникам показывают трубопрокатный цех «Гигант». Его площадь почти 20 гектаров. Это как 15 футбольных полей. Подразделение выпускает продукцию для ключевых отраслей. От машиностроения и энергетики до ЖКХ и сельского хозяйства. 6 труб каждую минуту или 620 тысяч тонн продукции ежегодно. Цифры посетителей впечатляют. Эти объемы вообще, что тут огромные помещения. Нужно все отслеживать, все моменты, все сложности этой работы. Вообще у меня работает здесь папа, поэтому я хотела посмотреть, в каких условиях это проходит, что делают люди. Все понравилось, интересно было. Узнал, как трубы изготавливаются, как они охлаждаются потом, все этапы. Посетителям показывают и финишный центр. Здесь трубы для нефтяной и газовой промышленности проходят финальный этап обработки, чтобы затем отправиться заказчикам в разные города России. Школьникам рассказывают самые разные нюансы металлургической кухни. При помощи шагающих балок осуществляется движение труб в печи, а также во время движения труб в печи трубы вращаются, что обеспечивает их равномерный нагрев и прямолинейность. Для школьников это больше, чем просто экскурсия, говорят ее организаторы. Так проходит профориентационная работа. Предприятие поддерживает всероссийскую акцию «Наука рядом». В числе ее задач – заинтересовать подростков и выявить их способности, которые могут пригодиться в будущей профессии. Я думаю, что такое мероприятие, которое сегодня, является очень важным для ребят, поскольку независимо от того, что мы проводим мероприятие теоретического уровня, встречаемся с сотрудниками, работниками предприятий, но вот когда они видят воочию, что делают на предприятии, я думаю, что это влияет на выбор ребят и на их будущую профессию. Такие экскурсии для многих первый шаг в профессию. Судя по статистике, кто-то из этих школьников сюда еще вернется уже в качестве сотрудников. Светлана Вахнянина, Алексей Вербицкий, Андрей Волков. Новости Первоуральск.